мама круг, мама круг, тебе. Вначале мужчина разжигает огонь. Затем подносит к нему священную фигуру Баяная. Затем подает ему мясо дикого оленя. Он кормит его. Наталья Брис. Спасибо вам. Добрый день, уважаемые гости, участники мероприятий праздника национального эсэх. Этот праздник для нас, сибирян, символизирует приход долгожданного и с древние народы нашей республики с особой радостью встречают его самым торжественным, красочным и пышным праздником на древней земле Ланков. Дорогие участники и гости Тюсельки «Северное сияние», на нашей площадке проходит ежегодный республиканский конкурс «Хозяйка чума сохранит свой очаг». Конкурсы проходят одновременно. «Северный гурман», «Хозяйка чума сохранит свой очаг». Итоги будут подводиться завтра, 24 июня, на площадке номер 30 «Северное сияние» с 11 часов дня. Конкурсы проходят по ассоциациям многочисленных народов Севера. Конкурсы, ежегодные республиканские конкурсы, оценивает почетное жюри в составе Никулина Зинаида Платонова, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, руководитель Венского этнофольклорного ансамбля «Долгунча». Члены жюри Христофорова Любовь Викторовна, исполнительный директор Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Кривошапкина Дарья Валерьевна, историк, преподаватель истории. Школева Татьяна Николаевна, председатель Республиканской общественной организации «Русско-Устин». Шелугин Касьян Николаевич, член Ассоциации имагиров Республики Саха-Якутия. Участники, вам было представлено республиканское жюри ежегодных традиционных республиканских конкурсов «Северный гурман», «Хозяйка чума сохранит свой очаг». Конкурсы проходят по крайней мере ассоциации коренных Thank you.
Барахпанен, да? Рукой, да, сделай, что эти весь негатив у тебя уходит в эту сторону. А где барана? Да. Это? Да. Затем она, в принципе, закрывается рыбой. На этом айфон тоже закрывается до следующего года. Ее откроют в следующем году. Вокальный ансамбль «Каланчанки». Дорогие участники и гости торжества, приглашаем всех в УРАСУ Ассоциацию Кокиров Республики Саха-Якутия для проведения обряда. Делайте еще разочек, очень красиво, на водичку сейчас будет красиво, чтобы подошли. Девчонки,